Всем привет. Вот я жарю картошечку. Короче, захотелось мне картошечки. Смотрите, какая румяненькая картошечка, вкусненькая. И картошечки у меня есть вот такие вот помидорчики домашние. С огурчиками. Вот, закрытые. Буду, короче, кушать картошечку с помидорчиками, с огурчиками и запивать рассолом. Вот так картошечка выглядит. Давайте помешаем. Смотрите, какая она красивая, зажаристая. Вот. Смотрите, какая клевая, друзья. Вот. Обедение. Просто обедение, друзья. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Помидорчики маринованные.
перчик болгарский. Обалдеть, как вкусно. Просто обалдеть, друзья. Все съел. Друзья, вообще вкусно поел, наелся именно так конкретно. Прям чувствуется, что плотно поел, хорошо. Картошка получилась вообще на 5 баллов. Но вы сами видели, да, она какая такая румяненькая. Поджаристая с обеих сторон, вкусненькая. Все прожарилось хорошо, просто идеально на 5 баллов. Просто пальчики оближешь. Вот. Тоже попробуйте вот себе пожарить так картошечку и забивать рассолом и кушать с огурчиками. С помидорчиками. Вам понравится, я уверен, это очень вкусно. Вот, друзья. Ну ладно, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, точнее подписан. Пишите комментарии. Желаю всем счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо.